Всем привет! Это канал I Like Pet, и в сегодняшнем ролике мы расскажем о симптомах скопления шерсти в желудке у кошки. Кошка самостоятельно ухаживает за своей шерстью, тщательно вылизывая ее. Но иногда подобная аккуратность выходит боком этим любителям чистоты. Дело в том, что отжившие свое волоски в ходе вылизывания выдергиваются языком и проглатываются. Обычно они выводятся из организма самостоятельно, но иногда становятся угрозой. Питомец потерял аппетит, не доедает привычную порцию. Причина в том, что в наполненном шерстью желудке просто не хватает места для еды. При этом животное ведет себя очень странно, топчется возле миски, отходит, а потом снова подходит. Иногда животное может кашлять. Таким образом, кошка пытается самостоятельно избавиться от инородного предмета внутри. Но если комок слишком велик, он не сумеет преодолеть сфинктер, ведущий из желудка в пищевод. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку «Подписаться». Не забывайте нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром! Еще один красноречивый признак – скопления шерсти на клыках. Осмотрите ротовую полость животного и очистите его зубы от волосков. В противном случае они могут врасти в десну и вызвать воспалительный процесс. Кроме того, подобная находка является поводом для проведения профилактических процедур по очищению ЖКТ от шерстяных комков. Если ваш питомец много спит, стал менее игривым, часто прячется, такое поведение может быть следствием проглоченных волосков. Шерсть теряет блеск и становится тусклой. Эта проблема тесно связана с потерей аппетита. Опытные владельцы знают, что недоедание и как следствие нехватка важных для организма нутриентов сразу сказываются на внешнем облике животного. Вовремя распознав застрявший комок шерсти, вы сумеете избежать серьезных осложнений. Ведь при поздних симптомах, таких как конвульсии и нарушение координации, понадобится оперативное вмешательство. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях.